quad damage. Здорово, двуруки. С вами однорукий Борис. И в прошлой серии мы с вами упали в воду. Вот. Это игра Quake. Пятый эпизод. Дополнительный. Вот. И сейчас, как вы видите, я пытаюсь пройти... пройти этот уровень. Вот. Так, мы нашли секрет. Нам нужно быстро всплывать, потому что воздух. Это... Воздух — это важно. Да, люди, они же дышат. Вот. Ну и наш герой тоже человек. Ему надо дышать. Так, и нам нужно выбраться из этой лужи. Так, кажется, понял, куда надо. Так, неужели нам нужно сюда? Да, похоже на то. Так, у нас тут quad damage, это не просто так. Так. Так, ух ты. Сразу забомбили. И теперь мы бегаем от... Люто-бешено бегаем от бомбы. Все, побегали. Хорошо. И давайте сохранюсь, потому что... Потому что надо. Так, берем. Так, готов. Хорошо иметь... Ой-ой-ой, я, кажется, понял, что это за уровень такой. Да. Это же уровень с... финальным боссом, только без финального босса. Вот на той штуке он находился, помните, такая бесформенная фигня. И если вы фанат древних свитков, то наверняка вы сравнили его тогда с Хермиусом Морой. Так, окей. Допрыгнем? Нет, не допрыгнем. Допрыгнуть мы можем только сюда. Ну и обратно. Так, так, ребята, это будет сложно. Так, у нас там на самом деле еще один, но я боюсь, что трех ракет на него не хватит. Тем более я один раз промахнулся. Тихо. Надо же как. Так, это ловушка. Пробегаем. И я думаю, что неплохо бы сохраниться. Да, уровень называется The Year Zero. Год ноль. Ой-ой-ой.
Одной жизни мало. Да. Это, конечно. Так, бежим. Эх, где мои ракеты? Они там дерутся сами собой. Нифига себе, порвал он. Отступаем. Есть, я его убил. Это нужно сохранить. Мне даже интересно посмотреть, как нужно проходить этот уровень. Если вы помните... Был стрим у нас, где мы проходили этот уровень. Так, ладно. Так, мне кажется, что что-то открылось. А, я, кажется, понял. И быстро сюда. Ого! Давайте сохранимся. Всё, дальше прохода нет. Так, 14 жизней. Это очень мало. Смотрите на нашего персонажа, он окровавленный весь. Мы сейчас будем превознемогать. Знаете, как во всяких американских фильмах, боевиках, когда там Брюс Уиллис на соплях превознемогает сложности, так и мы сейчас, как супергерои. Вот только нам бы аптечку бы. Ой-ой-ой, ребята, вот это конец, это кранты, это все, финита ля комедия. Почему я не сохранился после вот этих вот ребят? Так. Сейчас же может быть все быть хуже. А нет. Все. Сохраняемся. Знаете, мне кажется, что это все-таки последний уровень. А, так, аптечку вижу. Давайте рашим. Тихо, скорее. Так, он был на мосту, отлично. Так, быстро туда. Тут их двое, нифига себе. Да, это будет сложно. Это будет крайне сложно. Так, пофиг на... Я не совсем понимаю, надо...
Надо сначала осмотреться. А может быть, надо просто тупо туда подбежать, к выходу. Так, подбегать мы не успеваем. Так, ну, на самом деле, это уже, считайте, все. Вот он меня убил. Так, окей. Так, бежим сюда, 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 скорее. Нифига себе. Так, ребят, отойдите. Может быть, там что-то у них есть такое. Не знаю, даже не знаю. Так, сейвиться не надо, нам надо загрузиться. Очень сложная ситуация, потому что жизни мало, да и с аптечкой той же тоже у нас мало жизни. Что ж, сорян. Попробую-ка я. Нет, это на самом деле как-то невозможно пройти. Так, ладно, вон они вышли. Они, короче, на мосту, как я понял. Они от один. Хватит ли у меня патронов, чтобы их так вот. Тихо, осторожно. Да ладно, я их не убил даже. Это сложно. Бежим, значит, сюда. Подбираем патроны. Ага, вон они. Давайте я сохранюсь, что ли? Угу, сохранились.
ты, ё-моё. Уф, ну ладно, попробуем. Конечно, это будет дольше. Не успеваю, не успеваю я прятаться от них. И оружия вообще нету, вообще никакого. Ой-ой-ой. Вы только не спускайтесь сюда, ладно? А то если спуститесь, то это же кранты мне будет. Это я не усмотрел. О, я чувствую, что я поставил себя в такое положение, не очень хорошее. И боюсь, что... Боюсь, что я из него никак не выберусь. Вот с как бы моим уровнем игры я боюсь, что я не вывезу. Хотя, мне кажется, что все-таки шанс есть. Ну вот. Ну вот, в общем, такая вот ерунда. И, конечно же, тут надо всех их убить уже. Просто так у меня пробежать мимо них не получится. Если бы они еще, знаете, дрались бы между собой. Ну, если только вот так вот выбегать и по одной пульке выпускать. Блин, а я еще мажу? Давайте загружусь. Все, кажется, я... Кажется, я понял, как надо все это делать. Так. Так, отлично, они... Главное, чтобы они оба здесь были. Да блин, чё я мажу-то? Я надеюсь, что я хоть какой-то урон им наношу и... Сложно. Да вы бы, блин, дрались бы между собой, ребята. Давайте сохранюсь. Так, они уже прибежали. Надо радоваться. Не надо напрягаться.
надо радоваться, не надо напрягаться. Хорошо, замечательно, прелестно. Надо радоваться, не надо напрягаться. Надо радоваться, не надо напрягаться. У самого у тебя фантазии не хватает, сам ты не поэт. У самого у тебя фантазии не хватает. Так, один готов. Один готов. Остался второй. Так, блин. Но у меня всего... И второй готов. А, неужели? Ой, неужели? Ребята. Уф, вот это вот было самое... Самое сложное. Квейк. Ну, нифига себе. Честно, я вот смотрел на патроны, на убывающие, и мне казалось, что я не вывезу, и у меня останется всего лишь топор, всего лишь один единственный топор, и я бы и этих ребят не зарубил бы, даже если бы остался всего лишь один. Но я смог. Это было очень сложно. Как видите, этот уровень я прошел за 10 минут. Это вот если не считать смерти моей, да? Вот, а так на самом деле все это было куда дольше. Ну вот, но я постарался. Зато секреты все раскрыты. И 20 из 20 киллов — это очень хорошо. Вот, ну-ка посмотрим. Так, и смотрите, мы с вами очутились в самом начале. Что ж, это, наверное, это был самый последний уровень. Вот. И, видимо, я прошел весь пятый эпизод. Вот, дополнительный, которые сделали на 20-летие игры, насколько я помню. Если я ошибаюсь, вы меня поправьте. Вот, такие вот дела. Это была игра Quake, пятый эпизод. Ставьте лайки, если вам понравилось это прохождение. Вот. Также подписывайтесь на канал, вступайте в группу, ссылка на нее будет в описании. Вот. На самом деле это еще не все. Есть еще, насколько я знаю, два дополнения. Вот. И на самом деле я не знаю, буду ли я их проходить. Нет. На самом деле я знаю, что я их буду проходить, но когда... Когда, это я уже не знаю. Но это прохождение, скорее всего, будет у меня на канале. Вот. Так что вот такие вот дела. С вами был Однорукий Борис. И всем пока. Pump it up while your feet are stumping.